So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Короче, ребята, Райза всего лишь 50. Сейчас мы их в три пака размотаем. Изи просто. За базар отвечаешь? Я всегда отвечаю за базар. Ну, ты видишь, я вчера за базар ответил нахуй, и все, минус три пака. Все нормально, идем драться. Ну как? Хочу сказать, что что-то пошло не так. Ты шутник, я не понял. Ты если считаешь, я не прав был? Ну пиздуй нахуй тоже, блядь. Все, блядь. Мне кажется, ты их сильно перелюбил. То есть очень много любви отдал. И они плюнули тебе в лицо. Ну понимаешь, когда люди заходят, вообще-то я продал эпик. Мне вообще-то нужен новый, как бы, если... Что за дела? Что за странный клан у вас такой? Что это за странный клан у вас такой, с такими странными правилами? Типа он такой, знаешь, сейчас говорит, вы что, типа эпик убиваете, не продаете? Мы удивляемся, как у нас спустя два месяца, знаешь, у виндов как снежный ком, ну чары все сильнее постепенно, а у нас просто, нахуй, в смысле эпик нельзя продавать, он же мой личный, всего лишь 100 человек же ходило на Тараса. Блять, нету красивой АУЕ магии на виндов, жалко. Чё, книга тебя пароль поменял, нет пароля, шутника. Ну, походу, там уже другой человек играет, а не шутник. Он решил, что если бывшие люди будут знать пароль, это не есть хорошо. Поняли. Ух, там виндов шатает порядок. Смотри, а Райза нас не бьют? Ну, чисто потому, да мы били всех, не было 69 против виндов. Вот так же на боиме, да, наверное, было? Я просто представляю. Наверное. Очевидно, мы не бьем Райзов, Райзи не бьют нас. Просто такой фейк, я не знаю. Девять. Чё, Робин, может Райзов, это винды там нет, кончаются? Нет, план уже есть, все. Все, пока винды не кончатся, мы бьем их. Потом винды кончаются, и мы уходим. А, мы вообще не деремся с Райзи? Да. А потом он говорит, что мы били и тех, да? Не, ну вначале мы стояли, так что все окей. Just fun assist. Я его заебался бить уже. Блять, я представляю, как там сейчас горит, я просто представляю. Ну с тобой. Назад, ребят. Райзи пошли в атаку. Ассистент упал. Смотри, Райзи пошли в атаку, я поеду, блядь. Клиренс на БД можно? Смотри, пацан что-то кастует, вот это мне нравится, вот этого хочу. А, он улетел. Он улетел, да. Ипман сейчас останется. Ипман. Ипмана надо кончить. Заканчивайте Ипмана. Да, нахуй. Назад, ребят, сильно не наглеем. Оп, Райзен на нас, что ли? Уходим. Уходим, все, чёрт. У нас БДшка кончился, там правильно, винда. Всё. Идем еще. Давай Райзен бить, парни, надо балансировать. Может, постреляем чуть-чуть, а то за стримом самим спать захотим. Скучно, давайте Райзен. Давайте балансировать силы, сначала виндов, потом Райзен. Мы отошли, все, винды встали? Да. Нет, добить надо, все, уходим, все, теперь уже 100%. Да не надо просто стрелять, мы все во всех стреляли, да, ты стрелял в Райзе сегодня? Я тоже стрелял. Мы стреляли. А, ну то есть, в смысле, мы чисто третий сайд, который... Я сегодня в них стрелял, значит, я стрелял вообще во всем. А, то есть, значит, просто тут чисто три сайда, да? То есть, да, мы не... Да. Понял. Просто никакого 69. Вообще никакого 69. Вообще даже близко нету. Давай зарядим фои. Забежим вовнутрь, вот так, круг, да. Вокруг камня и выбегаем. Назад, ребята, назад.
Нет, винды в PMP пишут, вы просто пофаниться пришли, я говорю, ага, хуй-то там, на фотораса заберем. В смысле, просто пофаниться? Или, блядь.